Друзья, ну вот я и подключил свой насос на 20 кубов. Все вот так подается по ПНД трубе фильтр, где вот нейлоновая сеточка 80 микрон. Там все очищается, биозагрузку, и пока что вот сюда сливается. Сейчас покажу, как там происходит. Вот здесь выходит, вот так вода спускается, и здесь кульбит вот такой вот вверх-вниз, вот так, и вот туда она выходит. Ну, короче, максимально я его запутал, чтобы и вверх, и вниз перемешивался озон. Вот озон, да, он сейчас работает. Вот так шланг повыше, чтобы в обратку не затекало. И вот я сделал здесь штуцер, и чтобы она, как сказать, задувала сюда под давлением, вот, проходила наверх, здесь перемешивала, здесь ее проталкивала вниз, и вот здесь она вот так бурлит, прыгает. Вот. Я единственное думаю, как усовершенствовать, потому что ну, вроде работает, да, меньше запаха, прям вот я стою здесь, нахожусь, прямо мало-мало его чувствуется. Вот. Я сейчас думаю, как усовершенствовать, чтобы совсем было мало. У меня есть одна из идей, это сделать, чтобы, ну вот, как-то вот по прямой шла, 90 градусов уголками сделать, да, вот такие вот переходы, чтобы вверх-вниз, вперед-назад, да, вот сколько у меня есть вот, 50-й трубы, вот так сделать, как бы, змейку, и потом вот такую же хрень на конце, вот эту хрень на конце оставить. Вот, это как одна из идей, чтобы максимально озон долго находился в трубе с водой, перемешивался, как раз с этими 90 градусами, переходами. Ну, посмотрим. Конечно, у меня в планах было отведение этого отработавшего газа, грубо говоря, на улицу. То есть я для этого такую штуку сделал. Вот. Да. Вот я планировал, что я где-то ее поставлю, и через нее, через трубочку, и на улицу будет уходить это газ. Но пока не знаю, как это сделать. Сейчас буду думать. Пока что вот в таком вот режиме все работает. Вот. У него есть, у этого насоса, шланг, еще один на скиммер. Я его на бочку подключу, чтобы с бочки она с верхушки всасывала все. Ну, как скиммер работал. Обязательно это сделаю, потому что мне понравилось, как скиммер работает. Вот. Вот как-то бьется. Прямо отличный напор. Сливается прямо мощно. Сейчас я вот жду, он работает озонатор, да? Мне интересно, докуда поднимется вода, потому что видите, как перелив низко, да? И как высоко этот поднялась сейчас вода. Вот я жду, пускай он поработает, сколько ему нужно по времени озонатор, потому что без озонатора он, короче, это слив, ну, воздух ему не мешает, и он хорошенько сливает до вот этого уровня. Вот где перелив. Вот, так что такие вот дела. Я, наверное, сейчас просто трубу чуть-чуть повыше подниму, там, еще на сантиметров 20 или на 10. И оставлю так ее. Потому что уже выше нет смысла делать, уже пробовал, не справляется. А вот так, когда пониже, давление хорошее, и все работает. Вот, так что такие вот дела. Малек сразу заплавал. Большая рыба, вон там, накидала всей еды. Вот. Так что вот так. Короче, весь мыли, весь в поту. В поту. Пытаюсь что-то сделать. Ну и, конечно, мне надо колготки на выход сюда сделать. Или же
или же вот сюда сделать. Ну, посмотрим, не знаю. Потому что после биозагрузки обязательно надо что-то там ставить, чтобы она очищалась. Вот, потому что с биозагрузки летит много гадости. Вот, так что такие вот дела. Буду продолжать дальше. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Предлагайте еще свою схему, как можно усовершенствовать вот этот озонатор, чтобы он максимально контактировал с водой. Я с удовольствием выслушаю. Если сделаете видео, с удовольствием посмотрю. Ну и увидимся в новых видео. Всем пока!